зрителей из России, но во всяком случае в нашей культуре на протяжении последних 30 лет ситуация складывается такая, и так произошло много изменений, что в общем считается, что гомосексуальность не подвергается дискриминации. Ich sage bewusst seit 30, 40 Jahren, weil es ist noch nicht so lange her, da die Homosexuellen da jetzt auch nicht so eine gute Position in der Gesellschaft. Es wurde aber mit diesen Aufständen in Stonewall 1969 sehr viel gekämpft von der Gay-Szene her, sehr viel Aufklärungsarbeit betrieben. Und heute sind wir so weit, dass in vielen westlichen Ländern die Ehe zwischen gleichgeschlechtliche Ehe ist rechtlich genau gleichgestellt wie die Ehe zwischen Mann und Frau, zum Beispiel in Deutschland. Я нарочно говорю на протяжении последних 30-40 лет, потому что до этого ситуация была и в наших странах иной, но после 1969 года есть перемен, связанных вот с выступлениями в то время. Произошли серьезные изменения, так что сейчас проблема не выглядит такой острой, и, например, браки между мужчинами не считаются чем-то менее почетным и правильным, чем брак между мужчиной и женщиной.